За 3 года в области модернизировано более 180 учебных заведений. Реновации реализованы по 6 направлениям – от капитального ремонта до устранения всех факторов, которые несут опасность для учащихся. В период с 2020 по 2023 год было отремонтировано 8 школ Бурабайского района. Одной из них стала общеобразовательная средняя школа имени Досова в селе Катарколь. Учебное заведение, в котором обучается более 300 школьников, было построено в 1971 году. В трехэтажном здании расположено более 20 классов. Теперь все они оснащены современным оборудованием. Также во дворе школы есть зона отдыха, которая очень полюбилась ученикам. Они часто проводят там время на переменах. Директор школы Серкибай Мусин работает в этом учебном заведении более 4 лет. По его словам, здесь созданы все условия для того, чтобы школьники получили качественное образование. В 2021 году, 8 августа, у нас был подписан договор на обновление, модификацию новой кабинетной модификации школы на сумму 250 миллионов. И 14 сентября 2022 года у нас был проект, полностью этим проектом у нас является Казахстан Халкына, партнерство Билайн-центр и фонд устойчивого развития образования. Наша школа полностью оснащена 100% новой модификации. Это кабинеты у нас STEM-кабинет, робототехника, телестудия, кабинеты информатики, кабинеты интеллекта, швейные, кулинарные мастерские есть. Есть у нас столярно-слесарные мастерские, химии, биологии и физики. В данное время также мы работаем полностью обновленной программой. Кабинеты у нас оснащены полностью. Также у нас есть проектная деятельность, которую совместно мы работаем с Назарбаевой школой города Астана и города Кокшетау. Новая техника оборудования дает нам качественное образование обучающих. Как я уже говорил, что с прошлого года, сейчас в данное время у нас качественный процент успеваемости поднялся на 67%. В целом в учебном заведении работает более 100 сотрудников, 49 из которых педагоги. Специалисты школы периодически повышают свою квалификацию. На данный момент в школе есть 4 преподавателя научно-исследовательской, 3 высшей и 2 первой категории. С прошлого года наша школа становится все лучше, завозится новое оборудование. Нам это очень нравится. Дети с удовольствием занимаются на уроках, и родители довольны. В кабинетах есть интерактивные доски. У меня есть свой компьютер, интернет работает хорошо. Работать стало гораздо удобнее. Одной из особенностей этой школы является ее специальная детская телевизионная студия. Также есть музей имени Абылкаира Искаковича Досова. Он находится на первом этаже учебного заведения. В нем хранятся артефакты, найденные на раскопках в регионе. Стоит отметить, что в прошлом году были открыты 2 казахских класса. В связи с этим много детей из соседних населенных пунктов, таких как Сосновка, Ключевое и Вишневка, хотят обучаться в этой школе. Эдуард Погребицкий, Резагуль Шаменова, Дархан Мужибаев, Кокши Акпарат.